Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винта, которые находятся снизу телефона, где находится разъем зарядки. Откручиваем будем первый и второй винт. Откручиваем первый винт. Открутили первый. Откручиваем второй. Открутили. Теперь их необходимо вытащить. Вынимаем первый и второй. Теперь необходимо аппарат открыть. Для этого берем лопатку либо медиатор. Вставляем с нижней частью аппарата и отщелкиваем экран. Лопатку нужно либо медиатор вставить между корпусом и экраном и аккуратно отщелкнуть его. Отщелкнули и открываем. Теперь необходимо открутить защиту шлейфов дисплея. Приступим. Вот тут находится несколько винтиков. Первый. Второй, третий, четвертый, и пятый. Открутили. Теперь необходимо снять защиту. Сняли. Затем отсоединяем шлейфа от печатной платы. Их всего 4. Отсоединили. Все, экран отсоединили от корпуса. Теперь необходимо с экрана снять все необходимые детали, которые мы будем переставлять на новый модуль. Приступим. Откручиваем динамик. Первый винт. Второй. И третий. Снимаем металлическую защиту, отгибаем шлейф и вынимаем динамик. Это слуховой динамик. После чего вынимаем направляющую фронтальную камеру, вынули, и отсоединяем шлейф, на который находится фронтальная камера, датчик света и еще пару деталей. Теперь откручиваем боковые винты. Первый, второй, третий. С одной стороны, четвертый, пятый и шестой с другой стороны. Откручиваем. Открутили. Теперь откручиваем кнопку Home. Это защита кнопки Home. Металлическая пластина. Тут находится три винтика. Аккуратно откручиваем. Открутили. Теперь необходимо снять эту металлическую защиту. Сняли. Теперь отсоединяем кнопку Home. Отщелкиваем шлейф. Она немного приклеена. Аккуратно снимаем ее. Не порвите. Если вы порвете шлейф, у вас не будет работать кнопка Home и Touch ID. После чего снимаем пластину, на которой находится переходной шлейф кнопки Home. Все, мы полностью разобрали экран. Теперь необходимо все детали, которые мы сняли, поставить на новый модуль. Устанавливаем металлическую пластину со шлейфом переходной кнопки Home и прикручиваем ее. Чтобы ее прикрутить, необходимо установить 6 винтиков. Три с одной стороны и три с другой стороны. Переключим первый, второй. Третий. И
и с другой стороны. Четвертый. Пятый. И шестой. Все, мы прикрутили металлическую пластину со шлейфом. Теперь устанавливаем кнопку Home. Берем кнопку Home. Устанавливаем. И необходимо теперь защелкнуть шлейф. Защелкнули. Теперь устанавливаем, берем пластину и устанавливаем ее на кнопку Home. Необходимо прикрутить три винтика. Первый. Второй. И третий. Все, кнопка Home установлена. Теперь необходимо установить в верхней части экрана шлейф с фронтальной камерой и динамик. Не забудьте поставить направляющую фронтальной камеры. Ее необходимо установить первой. Установили. Теперь берем шлейф. И устанавливаем его. Устанавливаем аккуратно. Устанавливаем слуховой динамик. Установили. И поверх его прикладываем фронтальную камеру. Все это необходимо теперь закрепить. Взяли защиту и прикручиваем ее на три винтика. Первый. Второй. И третий. Прикручиваем. Все, модуль собран. Теперь его необходимо вставить в корпус. Для этого необходимо воткнуть все шлейфа. Их 4. Второй, третий и четвертый. Аккуратненько. Все, установили четвертый. Устанавливаем защиту и прикручиваем ее. Первый винтик. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Все, мы прикрутили защиту. Теперь необходимо закрыть модуль. Это делается аккуратно. Надавливается в верхней части. Там необходимо попасть в пазики. Так. Ну вот. Надавливаем в верхней части. И все. В верхней части закрыто. Теперь необходимо защелкнуть экран в корпус. Это делается просто. Все защелкнуло. Теперь необходимо установить нижние винтики. Они находятся у разъема зарядки. Устанавливаем первый. И второй. Установили. Теперь их закручиваем. Все. Мы заменили экран на iPhone 6. В нашем сервис-центре GSM Moscow вы можете заменить экран за 10 минут. Но если вы хотите заменить экран самостоятельно, приобретайте все необходимые запчасти у нас в нашем интернет-магазине.
Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.